Всем привет! Сегодня прекрасное утро, солнечное. Вышел с собачкой погулять. Весна. Вот. Это кубик. И заодно сделать обзорчик своего велика, на котором поеду на Памир. Так, у меня два велосипеда в сборе. Еще один разобранный. Да, кубичка? Кубичка. Кубик, делай эти. Делаю лайки. О, делаю лайки. Хороший. Кубик, расскажи, что про велик думаешь? Классный, за ним бегать круто. Да, кубик может пробежать 20 километров за велосипедом. Нормально. Вообще хорошо побегать. Ему в кайф. Вот давно мы уже не бегали, но десяточка точно легко. А если плохая дорога, ты еле-еле крутишь, что он все 40 пробежит за тобой. А так можно его посадить в рюкзак, и будет замечательный пассажир. Ну, что еще? Повешу сумку треугольник. Ну, такой полутреугольник. Потом спереди у меня будет лежак. На лежаке будут висеть баулы. Сзади тоже будет держатель для... для бутылок на седло вешается, и к нему привяжу сумки, просто сумки поясные, знаете, из Декатлона. Вот что можно сказать. Покрышка Континенталь, сказали себе хорошо, уже достаточно на ней проехал. Насчет системы, 105-я мощная, дорожная, улетает велик, быстро может ехать, долго. Ультегра переклюк, но он уже так подтерся, и короткая лапка на нем стоит, поэтому кассету больше поставить нельзя. Поэтому я буду менять и кассету, и переклюк. Систему пока оставлю. У меня есть еще одна поменьше, но я думаю, оставлю, мне будет норм. Покрышки поменяю. Ну, по крайней мере, запасные возьму чуть-чуть побольше. Тоже Континенталь. Тур, по-моему. Континенталь Тур называется, не помню. Так, вот подседельный штырь и руль Envy. Стоит пиздец дохуя, но мне этот вел вообще достался, конечно. На халяву, фактически, можно так сказать. На нем стояли трубки на карбоновых ободах. Старые колеса были, поэтому пришли негодности. Колеса я поменял. Поменял переклюки, были Ультегра. Поставил 105-е. Ультегра они короче, там залезают только два пальца. А здесь можно целую руку положить. Тормоза слабенькие, честно сказать. Но вот ездил в горы. В принципе, хватило. Руки устают, конечно, сразу на спусках. Но тормозов хватает в целом. Компьютер в аху. Охуенная вещь. Всем рекомендую. Держит заряд бесконечный просто. Колеса купил. На чейне. Сразу оба. Сам дешевый. Ничего особенного. Спицы только хорошие поставил. Передний оставил все как есть, задний перетянул. Дюрейс. Педали. Так, Шимана. С платформой сзади. Платформу я буду увеличивать. Побольше вот такую сделаю. Самопальную. Здесь датчик каденса. Фонарик на USB. Самое лучшее седло, на мой взгляд, которым я вообще пользовался. Очень удобное, ничего не болит. Да, купить? Да. Вот так вот. Молодец. Так что вот, небольшой обзорчик.